morning. Nice to meet you. Thank you so much. Ваш приїзд, я б вас хотіла обвіняти і подякувати, але не можна. Чому? Але ви війні, то війні. Не застрелять. Депутати Палати общин британського парламенту стоя і аплодисментами привітали президента України Володимира Зеленського. Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом американский лидер заявил в своем ежегодном послании Конгрессу о положении в стране. Российское вторжение в Украину Байден назвал историческим испытанием для Америки и для мира. Байден обратился к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Маркаровой. We stood with the Ukrainian people tonight. We're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not her, just her nation. But the courage of our people, ambassador, is our ambassador is here, united. We're in united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Because we're going to stand with you as long as it takes. The president of Ukraine. Выступление Владимира Зеленского перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки, которое прерывалось на аплодисменты более 20 раз. Thank you so much. Thank you so much. Героям слава! Members! Members of Congress. I think it's too much. I think it is. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you, His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.
Я знаю, что все зависит от нас, от вооруженных сил Украины. Но как многое зависит от мира, как многое в мире зависит от вас. Когда я был вчера в Бахмуте, наши герои передали мне знамя. Боевое знамя, знамя тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они попросили меня передать этот флаг вам, Конгрессу Соединенных Штатов Америки, членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты. Пусть это знамя будет у вас, дамы и господа. Это знамя символизирует то, что мы в этой войне победим. Мы стоим, мы боремся и мы выигрываем, потому что мы вместе. Украина, Америка и весь свободный мир. И последнее. Пусть Бог хранит наши мужественные войска и граждан. Пусть Бог навсегда благословит великую Америку. Слава Украине! Thank you so much. Flown out the Capitol today for you. Okay, to me. Somebody will carry it. I can hold. Okay. We'll turn around. Yes. There we go. This flag was flown over the Capitol today in honor of the president's visit. Thank you, sir. I will take it. And I can do it. Yes. All the best. Путинское вторжение было испытанием на века, испытанием для Америки, испытанием для мира. Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Ибо такая защита важна для нас, потому что она поддерживает мир и предотвращает появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности и процветанию. Год спустя мы знаем ответ. И да, мы сделали. Вместе мы сделали то, что Америка всегда делает в лучшем виде. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против путинской агрессии. Мы стояли с украинским народом.